Почему? Потому что 28 числа Иванчук совсем нанял неизвестных людей, которые нанесли телесные повреждения водителям и испортили транспортное средство. Было написано заявление в милицию, на которую странно отреагировал начальник Херсонской милиции, приехал на место происшествия. Он сказал, что здесь вы работать не будете или будете работать только через Иванчука. Поэтому мы хотим в этой ситуации разобраться. Может, нам поможет Генеральная прокуратура. В обладминистрации была создана рабочая группа, которая признала, что автостанция не соответствует законодательству, в частности, закону про автомобильный транспорт не соответствует. Была проведена проверка, и перевозчики были выведены с автостанции распоряжением обладминистрации. Ровно через неделю ситуация поменялась, и перевозчиков вызывают в обладминистрацию и предлагают самостоятельно написать заявление, что они хотят вернуться на эту автостанцию. Ну, как бы мы готовы рассматривать, ну, когда эта автостанция будет соответствовать параметрам и законодательству. Поэтому вот хотим теперь сейчас разобраться в этой ситуации с помощью Генеральной прокуратуры. Спасибо. Все сняли, записали.